Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы отправимся в магазин Метро и посмотрим, какие цены нам уготовил этот магазин. Как вы все знаете, цены сейчас интересуют многих во многих странах. И мы посмотрим, что есть в нашем магазине Метро. Вот. Ну все, мы пошли в магазин. И сейчас посмотрим, что там на самом деле происходит. Хоть за клиенты. Вот за клиенты. И мы пошли. Хорошо. Так. Добрый день. Одна посочин требовали? Благодаря много. Поехали. Всего один лев нужно положить в тележку. Мы уже едем. Да, вот такой у нас вид. Так, ну что, вот у нас сплошные скидки. Стулья. Такая люлечка, можно кататься. Ой, наверное, нельзя на ней сидеть, а то эту люльку угромоздилась. Она, может быть, знаешь, это не выдерживает. Может, там просто так собрали ее для вида. Вот такая масочка. Вот стол, то есть стул. Лопатка у меня вроде бы сейчас есть. Вот топорик симпатичный. Топорик. Да. Да. А у него тоже нет крышечки для лезвия. У него вот это все вместе, эта крышечка. Так ты же не будешь с ним ходить, да, в то, да? Именно так. Да, 119 лев. Для тех, кто ведет, ой, весенние полевые работы, посмотри. А, какая цапочка. Дизайнерская. Дизайнерская цапочка. Ой, супер вообще. Да, и тут целый набор. А такая стоит вот 13 лев. Смотри. А вот такие, смотри, эти самые. Может, обновить дизайн? Супер. Для тех, кто хочет красиво вести весенние полевые работы. Леску для косачки. Вот такие симпатичные. Смотри, вот эта желтая, она стоит 185 лев. Так, ну ладно, короче, вот такие вот у нас тут штуки. А вот такую, вот это как у Коли, вот. Вот это электрическая косачка, стоит всего 53 лева, 54. Так, ну это, я думаю, не очень интересно. Надо интересно всем, сколько стоят продукты, а не сколько стоят приборы. Вот праздничные всякие кексики к Пасхе. Так, ну что, 13, самый распространенный итальянский кейк. А вот еще есть такой по 11 маленький. Вот такой вот. Еще такой. А, вот еще такой есть, по 17. Такой общий вид. Так, а нам интересны батарейки и аккумуляторы. Ну, тут ценники хорошо видно. TV самые разные. Холодильники. Вот холодильник Whirlpool.
О, какой классный. 459 лево. Так, автомобильный оттенчик. Вот уиски. Валентайнс. 16.49. Наверное, вот это. Так, абсолют водки. Да, абсолют водка. 14.99. И тут у нас просто завались. Виски, водки, всякие разные. Хотя, мне кажется, все-таки как-то немножко пустовато. Как-то раньше мне казалось, было больше этого всего. Спиртного. Вот Black Rum. Популярные балканские виски. Вот стоит 0,7-13.39. Но есть и литровый, он там внизу, 13, он вообще на скидке 12, литровый, 12. Так, вот еще тут разнообразие. Так, вот это бира, то есть пиво, бургаска светло, 2 литра, 1,79. А если берешь упаковку, то 10.74 за упаковку. И за литр будет 0.9. Да, вот уза. Греческая уза. Водка. Одна штучка 12.49. Ну, естественно, если берешь 6, то 9.79. Мастика пещера. Вот это болгарская. 11.75 за 0.7. Вот это мастика Карнабат. Тоже лечебно считается. 10.79. Перинская. 0.96 за один брой. 12 штук. 11.52. Так, вот это Перинская. 12 штук. 11.34. Хайнекен тоже есть во всех упаковках. Стелла Артуа. 1.85 за один штук. Шуминское пиво. 0.89. Тоже упаковками продаются. Литр 10.68. Каменица. Разные упаковки. Так вот вода. 11 литров 2.89. Так что бери две бутылки как минимум. Сегодня тут на скидках она, вода. А здесь удобнее можно взять вот. А, 6 на 1,8. 3,98. Сейчас проблема. Вода очень в мягких бутылках. Просто невозможно ее брать в руку. Поэтому мы выбираем воду по твердости бутылки. Вот здесь хорошо. А, вот горнобаня. Так, горнобаня. Горнобаня 0,79 стоит один брой. Вот. Вот горнобаня нормальная, посмотри. У нее бутылка нормальная. Самая хорошая Ленинград у нас теперь получается. 0,65 за одну бутылку. Кока-колу все знают, поэтому 1,25 она за маленькую кока-колу. Тут разные у нас кока-колы. Вот здесь вот фанта. А это смотри. Яблоко. Фриссан. Ну что это газированные напитки. Но мы такие не пьем, поэтому интересно. Так, вот памперсы. Вот там ценники на памперсы. Так, любимые чипсы Лотто у нас. И поэтому мы вот такие эти Лотто. И у них есть такой 1,14 ценник. Один лев. Они просто маленькие, да? Нет. Они как-то похудели. Похудели. Да, по весу немножко похудели. Так, сейчас посмотрим вино. У нас с тобой все покупки вокруг вино, вода. Вот наша любимая Катаржина.
Шимал 8. Но, кстати, каторжина не подорожала в бутылке. Но на скидке она вся 8. Вот здесь на скидке Шимал. И здесь вот 8,78. Это Маврут. Это Маврут. Но это вот из того вина, который мы пьем. А остальное... Ну, все другие пьют разные. Да, все. Так что бери, мне нравится, эта цена хорошая. Ну, такие цены. 7. Вот цикл 7. Вот есть розовые вина. Тоже большой выбор. Алкоголь в Болгарии очень недорогой. Поэтому здесь отдыхать приятно. Всегда можно спокойно пить винцо. А это какое получается? 19,99 3 литра, да? Да. 15,98, но здесь 2 литра. То есть это такой же, как ты брал, да, вот ту. Ну, давай эту возьму. Она более экономичная, эта упаковка. Вроде так разница не чувствуется, да? Нет, это лучше. Да? Угу. Ну, давай. Ну, и вот такие же вкусные. Очень много вина стоит на скидках. Вот, пожалуйста, вот это вино тоже. Смотри, before и after. Вот тоже видишь, какой интересный дизайн. Да. Минков Браверс. Это Минков, это, наверное, болгарское. 3 литра, тоже такая же примерно цена. И интересный дизайн коробки очень. Ну, тут много интересного. В принципе, вот розовая каторжина, вот это в красных коробках, тоже по 16. Но это маленькая коробочка, 2 литра. А вот... Да, Мизек. Тоже розовая. Но мы розовые не пьем, поэтому... В принципе, вот на лето очень хорошо пить розовые вина, белые. Да, сейчас очень хороший выбор вина, но сейчас не сезон. Да, вот это белые вина пошли. Мизек Шардоне 19,99, 3 литра. Шивал, каторжина, тоже белое вино. Ну, тоже 16. Каторжина двухлитровая вся, по 16 примерно. Ну, вообще богатый выбор вообще очень вин. В этом плане Болгария просто чудесная страна. Здесь вина вкусные и дешевые. Здесь вообще все вино такое вкусное. Шардоне, да. Так это тоже торгующий. У нас получилась экскурсия по алкогольному отделу метро. Шампанское, кому надо. 13,99. Мионет Брют. Да. Но мы не пьем шампанское. У меня от них болит голова. Хорошие шампанские. Кто хочет, вот тут ценники. Можно посмотреть. Слушай, я нашла Дон Периньон. Ты смеялся? Вот, смотри. Вот Дон Периньон. Пожалуйста, 407 лео. Может, подержимся за Дон Периньон? И всего 400 лео, 200 евро. Ерунда. Каторжина тоже типа шампанского, игристая. Но стоит всего 18 лево. Не надо пить Дон Периньон. Вообще не надо пить, это вредно. Так, вот мы пришли. Это у нас мука. Вот это мука. Упаковка. 1 килограмм стоит 1,69. Вот майонез Хайнц Классик 4,38 стоит. Вот такие баночки. Варенье из черники. Конфитюр 3,59. Кетчуп, вот кетчуп 2,69. Вот белый сахар, пожалуйста, 3,59. Вот он. А вот 10 штук по килограмму стоит 19,80. Ну вот всякие Нутелла. Сладости. Нутелла 12,49. Какие-то у нас новые банки, какие-то Нутелла. Ну, не видишь, только коробка, а сами какие-то пластики. А вот Нутелла в ведерках. Ничего себе. 45,98. Я бы лучше взяла, наверное, клубничку. О, это вишня же есть такая. Лучше в Симу. Вот Симу. А Симу на сколько? Экстра вишни 5,18. Сгущенка вот. Пора запасать сгущенку. Так, ну почем запасаем? По 7,49. Какие огромные это банки. Килограмм. Специально смотрю масло. Есть оливковое в больших банках, но очень дорогое. 70 лева, да, у нас? Вот это 65,
А вот эти банки по 70. А, ну есть вот 3 литра по 42 вон там. А 70 это 5 литров. Ну вот есть разное. Обычное масло. Студено прессовано солнечногледово ойло. Ну 9,38. Что-то какое-то дорогое. Экстровое. А вот здесь вот сколько пальмового-то масла, а вот салатное масло кулинарное. 28 лева. Ну, в общем, вот здесь вот большие упаковки. Не, ну выбора большого нету, других вообще масла нет. А у нас выбора просто нет. 64,90 это что? Ну, это в коробке. Да, да, в коробке 15. А вот 1,569. А раньше мы брали по 2, по 3 лева. Ну, а сейчас по 5,69. Ну, ничего страшного. Да. Ну, так что у нас масла завались. Не, у меня есть запасная бутылка. Одна? Одна. И ты спокойно так говоришь? А что? Так надо хватать? Нет. Главное, что оно есть. То есть нужно по этой цене брать упаковку. Ну ладно, возьми одну. А сколько? 1,25? А вот можно вот такой вот взять мешок. Посмотри. То есть если вы хотите вот так запасаться, 25 килограмм. 31 лев. Ну, в общем, мука есть. Тунец. Тунец, вот. 1,99, да? Так, тортики 12,99. Вот такие симпатичные. Заморозки. Колбаски 10,50. 11,89. Это вот это вот свинское бонфиле может взять. Так. Тут надо позвонить, чтобы он пришел в холоде. Сейчас моя камера заглючит. Агнешка, Агнешка, 27. Печенка для паштета 6,99. Так, индейки. Вот эти, ой, какие большие. Так, вот эти бедрышки тоже 9,98. Так, там холодно. Да. Я взял одну, но у него есть недостаток, оно до 2 мая. За 5,69 ты взял, да? Угу. Ну, здесь есть вон такие огромные упаковки за 8, за 13. Ну, в общем, тут много всякого добра. Так, посмотри, сколько процент у него масла. И тогда будет ясно, маргаринчик или масло. Да, 82% я всегда беру. А здесь сколько? 87. Вот это масло. Сосиски. Вот тут всякие сосиски, сардельки, сосиски. Вот эти 7,99, ну это что? Это килограмм. Ну, в общем, голодом не останемся. Очень много всего. Копченые курочки. Сколько стоит копченая курочка? Не знаю. 6, да? Что-то трудно мне читать ценники, если внизу. Так, венская шинка 12,98 в нарезке. Да, вот такие вот куры. Тесто, это за баница. Фирменное болгарское блюдо баница. И вот эти можно купить куры, положить туда сирену, и будет очень вкусно. Или тыкву. С тыквой очень я люблю. Ну, в общем, это такое специальное болгарское блюдо. Да, кстати, эти крашеные яйца, да, и в Германии точно так же продаются. Но я хочу сама, у меня краска есть. Просто мне нужны белые яйца. Вот есть тут... Ой, вообще, мне так и не покрасить будет. Конечно. А я тоже хочу как-то поучаствовать. А, во, белые, давай-ка возьмем белые яйца. С ума сойти. Ой, чудненькие, беленькие. Ну ничего. А это 6 броев, 6 штук яйца. 3,65. Болгарское, да. Ну, всякое масло, в общем, есть тут. От 8 лева до, как бы, 8 лева это что? 250 грамм. Млеко фалихидр 99,8%. То есть это какое-то вообще супермасло.
А есть просто масло 82%, вот как эти президенты за 6,49, в зависимости от веса, пачка масла. Так вот, яйца, кокошки те, 30 штук, 8,69. Вот видишь, вот они, где беленькие яйца, бели по 13,69, 99. Всякие колбаски. Так, вот эта сметана 2,99, это моя любимая сметана. Хорошо, я люблю всегда вот это маленькое по 1,58, потому что оно не скиснет, пока я его пользую. Вообще молока много разного. Где-то 2 с лишним, 2,80, 2,39. Вот такую я беру. Она побольше. Она такая средняя, да. 0,98 она стоит. Так, вот по 0,65 маленькие бутылочки, побольше по 0,98. Так, вот все, пошли. Мы сейчас возьмем кислое мляко. Наша тележка наполняется неумолимо. Если ты возьмешь за 3 штуки 1,49, а за 12 1,42. Но 12 я не хочу. А тут вот большой выбор. Вот это вот на баба 2%, 1,49. То есть тут от жирности зависит цена. Ну и тут вот везде тоже верея. Ну, кому что нравится. Мы берем на бабу кислое мляко. Так, это сыр дорогой и менталь. 23,48. Гауда 13. Да, тут много в нарезке сыра. Так, вот Филадельфию мы берем 4,03. Это за 6 штук, 4,28. Так, вот этот коттедж за 2,39. Он даже подешевел, даже один раз был больше 3. Ну, тут коттеджей много теперь. Филадельфия 3,38. Олимпус 2,99. А, вот наш Маджаро. Манжаров 27,59. Так, вот тут сирена болгарская. Ну, мы покупаем на развес обычно. Это 17,53. Это типа брынза. Вот это сирена на баба 14,48. Это типа брынза. Мягкий сыр Манжаров тоже 18,98. Есть вот в таких больших ведрах сырина от крови мляка. 8 килограмм, 67,87. Рыба. Я хотела какой-нибудь кусок красной рыбы взять, чтобы в суп сварить. Из этой головы. Прекрасный выбор. Мидии. Новозеландские мидии чируп. 22,99. Но я таки не хочу. Я лучше потом свои возьмем из нашей медийной фирмы. Это вот смотри, какие замороженные осьминоги. 89,99. Осьминоги. А вот там нарезан осьминог, да. А вот целый осьминог замороженный. 38,99. Ну да, но мы это не покупаем. Кальмарчик. 12,68. Так, все, зеленчуцы. Смотрим. Цены на картошку. Бэби картошка 5,99. Это вот такая бэби. Нет, ты такую не возьму, еще рано. Вот такая есть картошка. Ну, вообще 500 грамм, полкило, 3,50. 3,35. Джинджифил 5,99. Вот он. Джинджифил. Так, чеснок. Такая упаковка 2,99. Так. Так, а вот хочу. 2,40 грамм, килограмм. Брутто цена 3,49, что ли? Это 3,49. Так. Ну, сейчас мы пойдем поищем морковки. А, вот морковки. Чувал 10 килограмм. 11,40. Не, нам это не подходит.
Так, 2,48. Так, перцы, помидоры, салаты. Салаты 1,49. Так, лимон. 1,99 килограмм. Лимоны 8,99. Наша тележка. Грейпфрут 1,79. Ананас. О, чудесные. 5,99 за штуку. Вот можно такой. Шикарный. Называется стафиды. Возьмем золотмастафида. Все. Да, 8,99 килограмм. Мелкие упаковки, они как-то, кажется, иногда почище. 2,48, 160 грамм. Вот у нас авокадо. 3,49. Вот такие авокадо. Яблоко, да? Так, это яблоки. Знатно превосходно. Теперь смотрим. Салаты 5,50. Макдонус 1,19. Вот здесь есть такой кулич тоже, видишь, он какой. Вот какой сейчас, смотри, симпатичный, прямо весь в изюме. Угу. Да, вот она. Я думаю, что тут 2,59. Это сельский ржаной хлеб. Так, вот этот мы любим. А ценник у него 1,64. Да. 2,29 белый. Вот 1,45 есть. Так, вот макаронные изделия. 4,78. Вот такие макароны. Вот такие спагетти. Мне кажется, у нас много макарон. Такие 4,79. Вот такие пружинки 2,75. Вот такие подешевле 2,99. Эти 2,99. Хотя они все итальянские, по-моему. Ой, уже сколько всяких макарон. Это чечевица. Вот такая леща. 4,69. Такой рис 2,59 стоит. А ты же знаешь, что он тебе нравится. Песто 3,68, но это не тот, который мы покупаем. Нутелла 5,69. Вот 11,48 с лимоном, 11,48 с изюмом. Так, ну вот и всякие шоколады, шоколады, шоколады. Кофе. 47,99 за одну штуку. Или капсулы 13,99. 8,78. Капсулы ловаться разные. Мы такие не берем. Но здесь 11,29. Так, вот кофе, кофе, кофе. Мерсити. 6,49. Линдор. 16,79. Вот такие Рафаэлки. 4,99. Красота. Так, ну все, мы закончили закупки. И сейчас пойдем на кассу. Да. Здесь нам нужна дневная карта за позорони. Мы будем по ней платить. Потому что у нас нет нормальной карты. Так, ну мы на кассе.